решился еще раз прогуляться для уточнения. Как видите, лес рубят, и чем больше рубят, тем больше он дорожает. Я сейчас на расстоянии 620 метров от передатчика. Вот первый привал такой. Да, стою на берегу, ну, поеду дальше. Ну вот, первый километр. Дорога идет по прямой все время, поэтому очень удобно. И мне навигатор на телефоне с браслетом. Как бы я вот контролирую, у меня браслетик, и он показывает, сколько я проехал на велопрогулочке. Ну так свирель принимает на расстоянии 1 километр. Мне кажется, на расстоянии 2 километров она перестанет принимать. Предлагаю поехать дальше. Вот еще 1 километр. Вот так виток принимает. Сейчас попробуем другой радиоприемник. МР-322. МР-32 более уверенно берет. Для него это не край шкалы. Он там и на любительский диапазон немножечко залазит. Там 1700 кГц даже принимает. Я иногда слушал даже, если подключить внешнюю антенну, радиолюбителей на 160 метров. Ну вот свирель. Надо ее немножко в космос поднять. Ну да, пока неплохо. Раньше на 2 километра она уже затыкалась, а тут кричит. Ну, думаете, что это все радиоприемники? А нет, не угадали. Ну, а лидирует, конечно, Океан 209. Смотрите, вот индикатор практически не отклоняется, а он принимает. Ну, поехали дальше. Так, вот кто-то ехал, не доехал. Расстояние 2 километра 800 метров. Что у нас со свирелью? Она уже на уровне шума работает. Вот буквально еще недавно я чуть-чуть что-то принимал. Ну, будем считать, да, что 2,5 километра она еще берет. Потом дальше вот уже на уровне. Вот уже не могу поймать сигнал. Очень точно надо подстраиваться. Одной рукой как бы практически невозможно. А вот посмотрим что-нибудь другое. Вот, кстати, Витек тоже заткнулся. Ничего я на нем не выловил. Попробуем МР-322. Хотя был не совсем прав. Вот. Витек что-то еще пытается поймать. Но это уже не очень комфортно слушать. МР-322
чуть-чуть получше. А давайте послушаем океан. Ну вот океан даже на земле работает. Вот вам сравнение китайца и нашего океана. Еще я проеду, может быть, немножечко. Вот это не очень хорошая велодорожка. Я бы сказал, даже заброшенная. Так, ее грузовички разбили. Поэтому я буквально еще чуть проеду или пройду. Четыре километра ровно. Ну, смотрите-ка, работает. Вполне работает. Еще как-то от места зависит. В некоторых местах ближе хуже работает. Отъезжаешь дальше, оно лучше работает. О, даже... Странно это. Вот ВИТЭК. Мешает немножко телефон, забивает сигнал. Но тоже работает. Хуже, да, хуже. Но работает. Попробовал на свирели, тоже работает. А вот вам и свирель. То есть не всегда от расстояния зависит, иногда от точки, где ты находишься. В некоторых местах, очевидно, радиоволны лучше проходят. Вот так вам. Ну вот, а старичок океан не захотел работать. Вот. Что-то принимает. Непонятно вообще. Ничего не хочет брать. Вообще ничего. Что там случилось с ним? Растряс. То есть как бы усилитель работает. Но я думаю, что что-то тут не в порядке. Потому что он должен был бы работать. Так. Радиоприемник сдох, не берет даже на крылечке. Вывод. Так, какой вывод? Вывод такой. Велосипед с маленькими колесами лучше в сельской местности, чем с большими. Легче ехать. За велодорожками тут вообще никто не следит. А 20 ватт, ну это только для своих. А работайте смело, все равно никто из чужих не услышит. Только тот, кто знает. Очень жаль, что радиоприемник перестал работать. Видно, растрясло его на нашей велодорожке, такой неухоженной. Хотелось послушать качественный звук. Вот. 20 ватт, это, конечно, только для своих. Да, тот, кто знает, тот услышит, послушает. А остальным даже будет, наверное, интересно. Вот такой эксперимент, вот такие мысли, что 20 ватт на средних волнах, это как бы так не очень много, очень скромно, и надо бы и побольше.